Приветствую вас на первом циничном канале и еще одно очень важное объявление. Сейчас речь пойдет об акции, благотворительной акции, которая намечена на 19 ноября. Я вчера в конце стрима ее вскользь упомянул, сейчас расскажу подробно. Что планируется 19 ноября? Планируется собраться нескольким блогерам, сначала собрать донаты на эту акцию и, соответственно, где-то в московских аптеках, мы еще не выбрали аптеку, но в ближайшее время выберем, оплатить на вот эти донаты лекарства дедам, собственно. Эта акция будет посвящена Дню мужчины. Потому что, как я уже сказал, очень много внимания уделяется здравоохранению женщин, сохранению женского здоровья, но практически полное забивание на мужское здоровье. По крайней мере, если верить даже интернету, то примерно так дела и обстоят. То есть мы собираем до 19-го донаты и идем где-то в аптеке, будет эта акция сниматься, будет афишироваться. Ну, вот такую акцию проводим. Я вчера говорил, что сделаю отдельный стрим. Сейчас подумал, ну, на стрим нету материала, потому что вот, собственно, все, что знал, рассказал. То есть, вот, как бы, это и есть материал проведения вот этой акции. Поэтому я оставляю, ну, собственно, они там есть, реквизиты в описании этого сюжета. Если вы донатите вот на эту акцию, не поленитесь, сделайте там надпись какую-то, что акция 19 ноября. Чтобы я примерно понимал, что это за поступление. Я в свое время главным бухгалтером работал, и у меня с тех пор отвращение вообще к учету чего-либо. Поэтому, вот как у меня, я никак не возьмусь плейлисты сделать, такая же у меня вакханалия вот на всех этих реквизитах с донатами. Я толком никогда не понимаю, что там приходит. Донат или же это оплата консультации. Ну, если человек пишет, я понимаю, что это оплата консультации, допустим. Но, в принципе, там бухгалтера бы меня убили. Поэтому вот эти донаты подпишите, что это акция 19 ноября. Дальше мы все обналичиваем и, собственно, идем в аптеке и вот такую акцию проводить. Но я надеюсь, что акция стоящая, потому что действительно дед. Что значит дед в России? Я думаю, что это примерно, ну как, вот минное поле есть. 100 человек побежали, 98 подорвались. Вот что значит стать дедом в России. Это уже заслуживает уважения, это уже заслуживает того, чтобы ну как-то это отметить. Да, то, что Павел Хохловский, он инициатор этой акции, то, что он говорил, что а что если этот дед там олень и баба-раб, если он нам идеологически не близок, да и бог с ним действительно. Он свое уже получил. Если он действительно всю жизнь оленил, к примеру, то дожив до возраста такого почтенного, он свое уже получил. Не нам его, как говорится, тыкать носом в какую-то лужу. Ему уже воздал матриархат. Поэтому без разбора. Мы не будем, естественно, спрашивать, как говорится, правильный это дед, неправильный. Будем помогать. Кто попадется, первый попавшийся. Вот такую акцию проведем. Я думаю, что будет очень интересная акция. Надеюсь, что другие блогеры ее поддержат. Ну, собственно, все. Для донатов реквизиты в описании этого сюжета.